Вот она кучка, которую мы сжигали. Сожгла я две кастрюли, которые мне подарили когда-то. Еще есть третья кастрюля. По поводу кастрюли я вам как-нибудь расскажу. Потому что кастрюлями могут бедность передать. Когда мне подарили комплект этих кастрюль, у меня сразу же встал бизнес. У меня ни одного клиента. Я риэлтором, агентство было у меня. Ну, люди подарили с душой. Но дело в том, что и тот, кто дарил, у них тоже начались проблемы. Кое-какие. То есть это... И когда я начинала сжигать, я порезала палец. То есть как бы во время сжигания костер потребовал крови. То есть это было сделано. И, кстати, там, где покупали этот комплект кастрюли, они через год, эта фирма развалилась. А через год вообще не развалилась, а у них помещение забрали. А еще через год вообще тоже... Ну, их, как говорится, с хорошего места погнали. Вообще существует или нет, я не знаю. То есть это как бы был сброс негатива. Вот. Когда я об этом подумала, я постаралась нейтрализовать. И вот начались у нее, как бы все равно пошло на них. Но сейчас я кастрюли сожгла. Надеюсь, что у нас и у тех, кто нам дарил, у них тоже все нормализуется. То есть кастрюлями можно сделать сброс своей пустоты, своей безденежья на других подарить. Как это делается, я, конечно, не знаю, показывать или не показывать, потому что люди начнут это делать, я не хочу. Я хочу говорить о том, что огонь, короче, все убирает, уничтожает. Вот. А как делается плохое, я не хочу говорить. Я просто вам говорю, что такое может быть. Не подбирайте нигде пустые кастрюли. Даже не открывайте крышку. Откройте крышку. Вот стоит где-нибудь на помойке или на лестничной площадке кастрюля. Не трогайте. Откройте, вы откроете. Как, знаете, называется... Джина выпустите из бутылки. То есть берут кастрюлю, обходят все помещение. Это я говорю, кто сделает это, вы свою проблему возьмете на себя. Я говорю для того, чтобы вы знали. Берут кастрюлю, обходят помещение с открытой кастрюлей, произносят определенные заговоры, и туда, как бы, в эту кастрюлю впустую запускают все вот это вот нехорошее, закрывают кастрюлю и выносят. И кто потом откроет эту кастрюлю, себе это неприятность берет. Это такая... Есть такие обряды, в общем. Но купили кастрюлю, кто нам дарил, уже в упаковке, закрытой, ее не открывали. Поэтому тот, кто купил, это родственники, получается, по роду. Раз у меня кровь я порезала, палец обрезала, то получается, что это сброс был просто народ. Кто купит, неизвестно. Купили вот наши. Ну, посмотрим. Я вам отпишусь и расскажу. Ну, вот такие, друзья, дела у нас. Сжигаю кровать, на которой умер человек. Пахнет трупным запахом. Ужас. И люди, детей на ней... Дети на ней спали. Кошмар. Здесь нормально, а там не знаю. Давай. 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 Кошмар. Трупом пахнет, как будто человека живого сжигают. Это не краска, запах. Кошмар какой, ужас. Ой, невозможно находиться рядом. Олег, невозможно, как будто живого человека сжигают. А ты это что ли тухлятина воняет? Кровать сжигаю. Там больше ничего нету, скамейка и кровать. И все. Поправь палки на сжигание получше. Невозможно. Ой, вообще невозможно. Аж кошка убежала от запаха. Смотрит, смотрите, кошка смотрит. Животные очень чувствуют.
собаки залаяли. Запах. Я говорю, как будто вот что-то живое сжигаешь. Дина, идем. Пошли отсюда. Ой, какой кошмар. Пойдем, Диночка, пойдем. А может, тосола мало? Тосола мало? Тогда лей.